Вот когда мы говорим о хадисе, то считая хадис, если бы этот мир для Аллаха был бы равен по ценности хотя бы комаринного крыла. Давайте, Барак, Луфикум, приведем пример. Вот для человека самое то, что вообще не имеет никакой цены. Что для людей? Вот то, что вообще не нужно людям. Это то, что они выбрасывают на помойку. Правильно же? То есть самые ненужные вещи для людей, это то, что они выбрасывают на помойку. И вот представьте Баркуфиком, то есть чтобы понять примерно наше положение, к чему мы стремимся или же кем и чем мы восхищаемся, представьте какой-то бомж где-то нашел на мусорке или куча бомжей какие-то старые выброшенные телефоны. Подсоединились с сим-картами и подписались на Инстаграм. Открыли свою группу. И кто-то пишет, самый крутой среди нас бомж это вот такой-то, такой-то. Почему? У него четыре ящика пустых бутылок, у него 2 мешка пустых пакетов, у него 6 ведер помоев. А. То есть вы, когда читаете эту страницу, примерно представляете, какого с лицо будет реакция на комментарий вот и все бомжи вау лайк комментарий перепосты что не вау да это вот про нас брать потому что какая разница между пустыми бутылками пустыми пакетами или шестью ведро если у вас спонтан, весь этот мир братья а даже что комаринного крылышка не стоит брать вот примерно чтобы мы поняли чтобы мы поняли кто мы и какое положение мы занимаем, и чем мы восхищаемся, и к чему мы стремимся. И они говорят, вау, говорит, как я ему завидую, говорит, как бы я хотел, говорит, вот точно так же, ну ладно, не шесть, хотя бы четыре ящика пустых бутылок, ну ладно, не два мешка, хотя бы только один мешок пустых пакетов, хотя бы, вот будь у меня хотя бы, хотя бы только три ведра помоев, круче меня бы, наверное, никого бы не было и так далее и тому подобное.